профилактики не производится, трубы в плачевном состоянии, ну, вот именно по стоякам, или можно на второй этаж, не помню, заделали. А, нет, не заделали, вот. От зоркого глаза коммунальщиков теперь не скроется ни одна мелочь. Заместитель главы администрации городского округа Химки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Виталий Турчининов вместе с представителями территориальных управлений раз в неделю будет проводить рейды по улицам Химок. Такое решение поможет администрации городского округа заметить и устранить все недочеты. Ведем практику такую, что будем заблаговременно сообщать старшему по дому или представителю совета дома о том, что мы... Значит, будем обходить их дома, то есть не через нашу структуру, а, допустим, через совет многоквартирных домов, чтобы те жители, которые возникают вопросы, чтобы мы их обсуждали прямо на месте, по горячим следам. По итогу обхода будет составлен протокол, в котором зафиксируют все проблемные моменты и в какой срок их необходимо устранить. Такие рейды охватят весь городской округ.